мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Евпропиев день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память. Празднуется собор всех преподобных отцов, подвиги просиявших, мучеников Евпропия, Клеоника и Василиска, преподобную Пиамы Девы, святых Зенона и Заила, преподобномученицы Марфы Ковровой, послушницы и мученика Михаила Строева. Празднуется икона Божьей Матери Волоколамская. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мир иной.